7 по 13 марта одинцовские госавтоинспекторы проводят на дорогах округа рейд «Опасный груз». Цель акции – профилактика дорожно-транспортных происшествий и пресечение нарушений правил перевозки опасных грузов. Инспекторы технадзора уделяют особое внимание соответствию технического состояния и конструкции транспортных средств и дополнительного оборудования установленным требованиям, а также соблюдению режима труда и отдыха водителями. От этих факторов зависит безопасность всех участников дорожного движения.